По нашим расчетам, астероид номер 1713 должен упасть на территории юго-восточного Китая через 48 часов. Какие предположительные разрушения? Шансов, что на Земле останется хоть что-нибудь живое, практически нет. Алло, Ольга Сергеевна, здравствуйте. Это вас беспокоит человек, который просто хочет вам добра. Я бы на вашем месте, Ольга Сергеевна, вот сейчас бросила бы все дела и поехала бы по адресу, который я вам сейчас скажу. Потому что если вы не поедете, то вы вряд ли узнаете, какое ничтожество, какое мерзкое, вонючее животное ваш благоверный супруг. Ты что делаешь-то, тварь, ты что? Ты что, глаза на жопе, что ли, а? Ты что? Отец твой не любит Ольгу Сергеевну. Да кто тебе дал право такое говорить, а? Вот поверь мне, я знаю, отец твой любимый, папочка, через день приезжает к училке к нашей, к Ане Аркадии. Я их частенько вижу вместе из окна. Манька, ты мертвого из могилы поднимешь. Нравится? Мне все у тебя нравится. Оля. Это не то, что ты думаешь. А что я думала? А я ничего не думала. А вот ты что думаешь? Что я идиотка? Что я дура? Круглая? Ничего не понимаю и не вижу. Я люблю вас. Что? Я вас люблю. В каком плане любишь, Сережа? Во всех планах, Ольга Сергеевна, я больше жить без вас не могу. Я не могу больше страдать. У меня сил больше нет. Я должен был вам это сказать. Может, я все-таки позвоню в милицию. Объясню им все. И что ты им объяснишь? Что, что ты трахал педагога по литературе в наручниках с пакетом на голове, а потом она сама задохнулась? Ну, позвони. Что вы с ней сделали? Если бы нет, все было бы нормально. Значит, ты мне всю жизнь изменял. А я тебе верила. Скотина ты. Ты что, себя за 20 лет никого не нашла? Не смеши меня. Ну почему же не нашла? Вот Сережа. Он меня очень любит. Он жить без меня не может. И я его люблю. Вот удивительно, а? Мириады звезд, планеты, черные дыры. Бесконечность. Бесконечная человеческая подлость и мерзость. Спой мне, лебедь, птица белая, как его я люблю. Хочешь, чтобы метеорит как долбанул и разнес всех? Мать это.